Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить Angry Birds Chrome. У нас осталось уже довольно немного. Сегодня мы будем проходить эпизод под названием Moon Festival. Один из эпизодов Angry Birds Seasons. Разделен он на две части. Здесь всего 30 уровней. И давайте, короче, погнали. Этот эпизод отличается от оригинальной Seasons версии. Тут, видите, облака какие-то там белые, серые. Не помню, чтобы они в Seasons были, а может и были. Но что-то я такого не помню. Насчет значков хрома париться можно, не париться, их тут нет. Мы в предыдущей серии добыли все остальные. Значки все собраны, беспокоиться о них уже не надо. Лампы разбиваются, как музычка, блин. В этом эпизоде в Seasons там были не золотые яйца, было два бонусных уровня. Один, как и во всех эпизодах Seasons, открывался при условии, если все уровни будут пройдены от 3 звезды, а второй откроется, когда мы соберем все куски золотого торта. Весьма интересно. Ай, блин, слишком низко. А может вот так попробовать? Нет, попробуем по-другому. Только может вот так? Нет, этот способ плохой. Не будем пробовать так еще раз. Да, блин. Давай, давай, взорвись. Так, батуты опять пошли.
блин. Да блин, да взрывайся же ты. Ну или сейчас мы взорвем этого. Без всяких проблем. А вот и нет, я ошибся. Неудачно я сейчас попал. А-а-а. Как неудачно, а? Господи ты, боже мой, а. Moon Festival. Эпизод называется. Что это означает? Лунный фестиваль, да? Чему этот эпизод посвящен, я не помню. Нет, не помню, серьезно. Блин, камушки не разрушили, нифига, это безумие. Блин, да как добраться-то до него, а? Наконец-то, блин. Динамит что-то в Angry Birds Chrome не такой взрывающийся. Не такой взрывоопасный, как в оригинале. Но тут менее мощный, так сказать. Ну или мне так кажется. Но, по-моему, так и есть. Куда ж ты сразу это самое?
Блин, он начал падать, и я начал уровень заново. Какой это уровень, кстати, уже 13-й? Хорошо идем, значит. Тем более, что это 11-я минута всего идет. Может быть, мы этот эпизод быстро пройдем. Лично я на это надеюсь. Давай, давай! Отлично. Как бы в динамит попасть в этот... Да блин. Колесо какое, блин. Что это за колесо вообще такое? Блин, шапка дурацкая у него вот это. Помешала немного сейчас. Давай, давай, падай, падай, падай. Да блин. Блин, камушек застрял. А нет, не застрял, но все равно. А нет, опять застрял. Да блин, он опять жив остался, да? Ну-ка, может он сдохнет? Да не, нифига он не сдохнет. А может и сдохнет? Не, нифига. Нифига. Куда? Ну и наконец-то... Бабах, который опять ни к чему не приводит, блин. Блин, как меня задолбал этот свин маленький, который не хочет умирать. Блин, да что ж такое, а?
Да блин, ну что ты, ну что камушек-то никак не это. Будут. Не потехи у нас сегодня. Блин, опять этот Рустем пишет мне ВКонтакте. Да блин, чё она не падает? Ох, блин, а это 15 уровень уже. Офигенно. Надо было этих лучше взорвать. Потому что яйцом мы их точно не сможем взорвать. И у нас мы вот не смогли уже, видите. Так, взрываем этих, а потом уже вот этого. Как и надо было сразу делать. Ну и все. Надо было так сразу делать. Вторая часть эпизода пошла. И два тортика, соответственно. Два капкейка, блин. Да блин. Че это, блин, было только что, а? Че за бесполезное сальто, блин? Так, ну этим мы не сможем их сейчас никак. Что ж ты будешь делать-то, а?
Так, скинуть динамит тут сразу может. Да, правильно я сейчас все сделал. Да блин, тут как... какая-то размазня, блин, получается. В общем, нервы на пределе, обещаю, игра. Ты дождешься у меня, блин. Да блин. Хорошо, выстрелили. Погнали дальше. Какой-то уровень уже? 6-й? Почти половина. Блин, вот как... Thank you.
Блин, шапка не дала ему покататься. Блин, а вот как в тот динамит-то попасть вообще? Хотя в нее и попадать-то, наверное, не нужно. Я думаю, вряд ли что-то это нам даст. Так, ну и остается только вон того загасить, если я попаду в него сейчас. Да, да. Отлично. Восьмой только. Я уже думал, мы много прошли. Блин, ну и как добраться до него теперь? Ну никак. Да блин, тут дурацкая птица помешала мне сейчас. Давай, давай, катись, катись, катись. Да, он не сдохнет вообще. Блин. Из-за того, что этот не дох, не получилось ничего.
одной птицей сразу двоих этих никак. Да. Не хватает сил у нее, чтобы свалить. Да блин, да как тогда? Да, что-то вообще пользы нету от этого. Ну ладно, попробуем еще один раз. А, ну ладно. А, 11-й уже осталось немного. Пять минут прошло. Я что-то уже устал, блин. Проходить это. Осталось два уровня походу. Вернее, не походу, а точно. Как бы нам пройти их?
там на веревке динамит держится. Как же в этот динамит-то попасть, а? Остался последний уровень, наконец-то, бля. И тут нет короля свиней почему-то. Выглядит уровень как-то просто очень. Блин, вот как он не сдох, а? Ну, собственно, и все. Такой вот эпизод был. Интересненький. Ну что ж, на этом все. В следующей серии мы будем проходить эпизод 3 Город Тулиц. А после него последняя серия будет по Chrome Dimensions. Мы открыли все уровни здесь уже. И мы их пройдем с вами. Ну что ж, на этом все. С вас Лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Вступайте в мою группу ВКонтакте, я там часто выкладываю что-то интересное. Ну и всем пока.